Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Илларионов. Мы приветствуем вас на Яйле Айпетре. Здесь, среди тумана, мы подобрались, наконец, к указателю. Мы на правильном пути. Наша цель – чайный домик. Но прежде чем мы продолжим этот маршрут, я хотел бы вернуться к небольшому должку, который остался за нашей съемочной группой. Наша съемочная группа чуть-чуть не дошла до пещеры Узунджа. Мы обещали сюда вернуться. Прошло 2 недели, и вот мы здесь. Посмотрим, насколько изменилась река. Конечно, воды в ней стало меньше, двигаться вдоль берега удобней, но мы нашли обход стен узости каньона, поднялись метров на 15 вверх и вновь спустились к реке. Сейчас мы в самых верховьях. Вот мы наконец дошли до пещеры Узунджа. Вот это маленькое озерцо. Мы сегодня позволим себе сквозь него пройти босиком к входу в пещеры и сразу назад. Пробравшись сквозь туман на Айпетринскую Яйлу, мы свернули направо и ехали по грунтовой дороге с востока на запад. И вот, наконец, первый указатель, который говорит о том, что мы на верном пути. Хотя и карта, и компас показывали направление движения. На 4-м часу путешествия мы решили из автотуристов превратиться в пешеходников. Забрали рюкзаки и пошли по Яйле пешком. Сейчас полдень, здесь, на Айпетринской Яйле, царит тишина. Молочный туман, проступают сквозь него обросшие мхом бывшие фруктовые деревья, дикая груша, яблоня, поломанные березы, сосны. То есть буквально несколько дней назад здесь бушевал ураган, который и поломал эти деревья лет по 40 каждому. Маленькая пробежка к чайному домику, бег мелкой трусцой.
вот мы и пришли. Туристы несколько раз нам подсказывали правильное направление, где свернуть с тропы и где находится сам памятник. Когда я был маленький, мне было страшно, что будет, если будет война. А дети много рассказывали. Теперь я уже стал старше деда по возрасту. Если будет война, я уже знаю, что делать. Добрый день. Ну что там в пещере? Вода есть. Большая пещера. Сталактиты, сталагмиты. Метров 40-50. Да, метров 40 на. Вот, наконец-таки, мы у чайного домика, где пересекаются многие туристические тропы. Сюда можно прийти из Узунжи. Сюда можно прийти из Орлиного по гребню первой гряды. Сюда можно прийти из Большого каньона. Есть даже несколько дорог. Сюда можно прийти из Ялты или из Семииза. Соответственно, отсюда веером расходятся маршруты в разные концы нашего Крыма. Наша конечная цель – чайный домик. Мы дошли до него, все нормально, но нас ввели заблуждением указателем. Нас ввели заблуждением указателем к чайному домику. 6 километров. Но это только половина всего пути до чайного домика. Дошли до горного Юта, еще нам пришлось пройти 7 километров. Но благо встретили по пути туристскую группу, которая подсказала нам, что мы на верном пути. Дошли до нашей цели, возложили венок на партизанскую могилу, возвратились, вот остановились напротив Колпаков, и дальше нас ждет Ялта, и дальше далее Севастополь. Наша группа не совсем вложилась в план по времени, но по расстоянию мы свою цель достигли. Мы побывали на могиле партизан, возложили цветы и возвратились на Яйлу. У нас за спиной Баденкер. Большие белые шары, которые видны из Севастополя практически с любой точки обзора. Будь то проспект Острякова или бухта Казачья. К сожалению, в тумане мы не видели эту красоту, пока ехали к чайному домику. Только на обратном пути развеялся туман и открыл нам эту панораму. Сегодня выполнил обещание своим родственникам сходить на могилу деда у чайного домика. Я побывал. Его фамилия Сурай Иван Кириллович, так первое написано, потому что был парторгом партизанского отряда. Поход этот я давно задумал и позвал своих друзей, которые сегодня со мной весь этот путь прошли и помогли мне в этом деле. Я очень доволен, что я это сделал.